Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым он провел прием граждан. У всех людей одна проблема – они стали жертвами недобросовестных застройщиков и не могут получить купленные квартиры. Каждый вопрос главы региона и заместителем генпрокурора разбирался отдельно. Сейчас, по словам Вениамина Кондратьева, необходимо наказать мошенников и найти новых инвесторов, которые возьмутся за долгострои. На Кубани проблемные объекты намерены ввести в эксплуатацию к 2020 году.